Процесс, начавшийся с Отечественной войны, подобен поезду, который набирает обороты. По мере своего развития он приносит мир, стабильность, созидание и процветание в местах, в которые прибывает. Ближайшая станция, до которой следует поезд, Акбент. Затем поезд Победы направится в Зангезурский коридор. И никакая сила не сможет остановить наш поезд Победы. Зангезур – символ новой эры, начавшейся с Победы. Анимация, разработанная Центром стратегических коммуникаций, отражает эту прекрасную идею. Главное – путь. Главное – знать, куда вы направляетесь. Остальное – вопрос времени. А мы знаем свой путь. Сначала наш дом – Зангезур. А потом все наши исторические земли, которые истосковались по объятиям Азербайджана.